вся рада всех, благо человека любить. Боже, милости будь нам грешным. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, создай нас, спаси нас. Простите мне, отцы и братья, Бог, просите, святый нас, Господи, священнейший Бог, Господи, Христос воскресе!
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Господи, Господи, Христос, 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 Христ
Преснодев Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Thank you.
Thank you.
же ночо, дерзоте, на солнце, слышав же его, Агила престила, приёшь его, известный тому сказавши путь Господень, хотящу же ему прийти в покою, припославши братья, написавши учеником приятия его, и же пришед дому, пособствовал Богу, верувши благодати, твердо бою день, не престоя, облечаши пред детьми, сказуя Писанье, Иисуса бытие Христа. Я же должен жить на голову моя,
и не верует, я не сужду ему, не приду к Богу, а сужду мирови, но да спасу. Помышления нашего Отца. Господи, Вседержитель Божий, Отец наш, помолитесь, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по лице милость Твоя, молитесь, услыши, помилуй. Thank you.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Добрых и полезных душам нашим, мир, 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 Господу просим.
нашем судище Христове просим. И святую, пречистую, преблагословенную, славу Владычицу нашу Богородицу, Престарею Марию, со всеми святыми помянувши, славя себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим.
Благодать и Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Thank you.
Слава митрополита Кантемансийского Корисурбургского, его же дары святым твоим церквам в мире целым, честных, здравых, долгодействующих, правоправящих слово Твое истины. Но избави нас от лукавого.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На протяжении 40 дней Церковь Христова прославляла воскресшего Христа Жизнодавца. И действительно особый праздник, особое торжество в жизни Церкви, потому что во многом оно изменило человеческую историю, во многом оно предопределило и то, что совершается с человеком ныне, и то, что с ним будет в будущем веке. И действительно Христос воскрес, и по слову святителя Афанасия Александрийского, Бог даровал вместо клятвы человеку благословение, вместо плача даровал радость и утолил все невзгоды и печали человека. Действительно, во Христе, воскресшем Спасителе Господе нашем, человек обретает все то, что он некогда потерял в Адаме. Действительно, будучи Сыном Божьим, будучи призванным ко спасению, будучи призванным к тому, чтобы находиться подле Бога, человек в один прекрасный момент лишился этого. Но воскресший Господь Жизнодавец дарует человеку то сыновство, которого он был удостоен в самом начале. Дарует человеку, возвращает человеку то, к чему человек был призван, и то, что человек должен достигать во все дни своей земной жизни. И действительно, с воскресением Господа нашего Иисуса Христа в жизнь человека, в наш видимый физический мир, входит новый закон, закон всеобщего воскресения. И если до момента воскресения Христа все было совершенно иначе, то с воскресением Спасителя Церковь, проповедуя и прославляя воскресшего Христа Жизнодавца, говорит о том, что как некогда воскрес Господь, так и мы воскреснем. И человек уже не умирает, и смерть уже побеждена, и жизнь человека, его вечная жизнь начинается здесь. Ту вечность, которую человек должен обрести за гробом, ту вечность, которую человек должен обрести по переходе из этого земного мира в мир вечный, эта вечность начинается здесь. И от того, каким образом человек поступает здесь на земле, то, как он относится к людям, которые его окружают, то, какие поступки и дела он совершает, это во многом и определяет ту вечность, которую человек избирает. Плохую или же добрую, благую, ту вечность, которая впоследствии становится пребыванием человека подле Бога. И вот действительно, основанием, началом этой вечной жизни здесь на земле является основанная Господом нашим Иисусом Христом, утвержденная святыми апостолами Церковь Христова. Действительно, в Церкви человек научается жить по тем законам Царствия Небесного, которое должно будет находиться в вечности. Только в Церкви начинает человек жить в соответствии с теми правилами, установлениями, которые Господь утверждает в вечности, которые Господь утверждает за гробом, которые Господь утверждает в вечной жизни. И вот, находясь в Церкви Божией, сподобляясь той благодати, которую Господь дарует человеку, человек способен приближаться к этой вечности. Человек научается жить и поступать в соответствии с теми законами, в соответствии с теми принципами Царствия Небесного, к которому человек так стремится, которого человек так ищет. И всякий христианин, носящий на себе имя Господа Иисуса Христа, всякий человек, носящий на себе крест Христов, является тем носителем той благодати и той силы, которую Господь дарует. Нам дано все необходимое для того, чтобы достигать вечности. Нам дано все необходимое для того, чтобы достигать святости, исполняя то предназначение и приближаясь к той цели, к которой человек призван. Вместе с тем мы должны не только пользоваться всем этим, но и распространять и раздавать эти дары тем людям, которые находятся подле нас. И не случайно в Евангелии мы слышим несколько раз о том, что христиане есть свет мира, что христиане есть соль земли. Это те люди, за которыми должны идти другие, это те люди, которым должны подражать все остальные. И действительно, Церковь Христова, утверждая истину Христова воскресения, Церковь Христова, утверждая закон вечной жизни, утверждая победу
жизни над смертью, во многом напоминает человеку о том высоком предназначении, которое он имеет по отношению к Богу, по отношению к тем людям, которые его окружают. И вот поступая соответствующим образом уже здесь, на земле, соответствующим образом организуя свой быт, свою повседневную жизнь, свои отношения выстраивая в соответствии с теми заповедями, в соответствии с теми божественными установлениями, которые даны Господом нашим Иисусом Христом, человек действительно преисполняется той силы, той благодати Божией, которую Господь дарует ему. Человек преодолевает в себе те страсти, те грехи, которые он должен преодолевать и с которыми должен бороться. И человек воспитывает и полагает в себе начало тех добродетелей, которые, без которых невозможно представить совершенную жизнь христианина. Поступая таким образом, человек действительно исполняет свое предназначение и приближается к Богу. Будем помнить об этом во все дни нашей жизни, а не вспоминать это только в те праздничные, торжественные дни, когда Церковь празднует Светлое Христово Воскресение. Будем помнить о том, что Господь нашего ради спасения своей волею, своей свободой взошел на крест, пострадал ради человека, сделал все и даровал человеку все необходимое для достижения Царства Небесного. И это Царство Небесное, это жизнь вечная, которая начинается здесь, на земле, которая начинается в Церкви Христовой, во многом способна изменить человека и привести человека к совершенству. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступитям. Верую, Господи, исповедая, ко Ты, си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришел и мир грешный спасти, от них же первый есть маз. Еще река самость пречистое тело Твое, самость честная кровь Твоя. Молюся о Тебе, помилуй мне, прости мне прегрешение, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исполненно причаститесь от святых Твоих тайн, Господи, во оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, дни Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лапзание Тида Меко Иуда, но яко разбойники исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суды во осуждение, будь мне причащение святых Твоих тайн, Господи, на воисцеление души и тела. Аминь. Чеснага тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащаются рабы Божии. Владимир София. Thank you.
Аллилуйя, аллилуйя. Воскресе из мертвых, и смерть по праву сущего гробе, живот даровав истинный Бог наш. Молитвы пречистые Своей Матери, и живо святых мучеников Тимофея и Мавры, преподобно Феодосия Игумена Киево-Печерского, преподобно Петра Епископа Аргосского, преподобные в Леонине и в Праксии Московские, святителя Феофана, священномученика Николая, пресвитера,
иже и память не светло совершаем, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина града Златоустого, святителя Нектария, архиепископа Тобольского и Сибирского, и всех святых покровителей Сибирского края, святых и праведных, Бога Отец Иакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, позвольте сердечно от души поздравить всех с праздником отдания Пасхи Господней. 40 дней минуло с того момента, как мы встретили этот величайший праздник, праздник нашей веры, фундамент нашей веры. Если бы Христос не воскрес, то и вера тщетна была бы. Об этом апостол Павел говорит нам всем. И мы с вами, проходя этот период пасхальный, приветствовали друг друга великим гимном, гимном жизни, гимном победы жизни над смертью. Христос воскресе! Воистину воскресе! Эти слова, они говорят нам о том, что Спаситель воскрес, и Его воскресение явило человечеству жизнь вечную. Его воскресение – это победа жизни над смертью. Воскрешение всех праведников и всех умерших. Воскресение Христово говорит о том, что каждый из нас воскреснет после второго пришествия. И каждый из нас имеет самое главное – возможность иметь жизнь вечную. Вот это фундаментальная истина, которая ложится основанием нашей веры. Является человеку возможность, уверенность, надежда на спасение. Господь дает нам все средства, чтобы не погибла ни единая душа. И вот, проходя этот период пасхальный, каждый из нас и приветствуя друг друга этим приветствием, и желая друг другу, чтобы действительно не погибла ни единая душа, и должны мы делать все для того, чтобы помочь друг другу, не опустить человека еще ниже,
а помочь войти в Царство Небесное. С Богом общаясь, воскресшим, который особо пребывает в этот период до Вознесения, и вот 40 дней прошел этот период, и мы сегодня совершаем Божественную Литургию и вспоминаем все эти события, что 40 дней прошло, и завтра Вознесение Господа нашего. Мы отдаем праздник Пасхи. Но, глядя на подвижников, особенно, который является для нас ярким примером, преподобный Серафим Саровский, он жил на протяжении года от Пасхи до Пасхи воскресением Христовым. И он приветствовал на протяжении года всех этим гимном жизни, победы жизни над смертью. Он всех приветствовал, кто к нему не приходил, а мы знаем, что к нему стекалось огромное множество людей за духовной утехой. И он всех приветствовал: «Радость моя, Христос воскрес!» Ибо он жил воскресением Христовым и пытался передать всем приходящим к нему. Это тот пример для нас с вами, который должен служить действительно примером жизни, чтобы мы творили добро, чтобы мы несли любовь Божью между собой. Ибо Господь открыто говорит: если я увижу любовь между вами, то признаю вас. А если не будет любви между нами, то Господь нас и не узнает, и не признает. Как важно, как необходимо это в нашей жизни. Будем помнить об этом. Будем хранить это чувство на протяжении года в душе и в своей жизни. Постараемся сохранить и пронести через жизнь, чтобы ни на кого не обозляться, никого не ругать, не сквернословить, не желать зла другому, а помочь, если человек даже упал в какой-то грех. Помочь подняться ему. Вот наша забота и основное действие, которое не только поможет падшему человеку, но и нам с вами. Себя спасать легче и заботиться только о себе, что мы и делаем в своей жизни. В большей части мы же ведь так себя любим и так заботимся о себе, что ни о ком больше так не заботимся. А Господь говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Как это вот сделать? Как пройти эту жизнь, чтобы вот так поступать все время? Очень сложно. Сложно и непросто. Но необходимо, и Господь нам дает яркий пример. Страдает,
за нас с вами, ради того, чтобы восторжествовала победа жизни над смертью, Он приносит Себя в жертву за всех нас. То, что и мы должны делать по отношению ко всем окружающим нас. А делаем ли мы, каждый из нас, наверное, поразмышляет и скажет, насколько, что я делаю, и как соседствуют со мной те, кто соприкасается со мной. Мир несу, любовь несу, или агрессию, или еще что иное. Вот каждый из нас должен проанализировать и прочувствовать, чтобы определить, а где я, на каком пути, спасительном, так как Господь меня учит, или нет. Помоги нам, Господи, чтобы мы увидели себя в этой жизни, а увидеть, и чтобы увидеть себя, нужно над собой поработать. О чем мы должны трудиться каждый день, каждый час, чтобы не упасть в напасть. Поэтому мы должны следить за собой. Храни вас всех Господь, благодарю всех вас за общие молитвы, всех поздравляю с праздником отдания праздника Пасхи Господней и поздравляю всех с наступающим праздником Вознесения Господня и благодарю всех за общие молитвы. Храни всех Господь, причастников, поздравляю с принятием Христовых тайн, возблагодарим Господа, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.